Что только не успели сделать наши артисты в уходящем году. Главные отечественные хиты вы могли увидеть в эфире канала Русонг ТВ. Ну а мы решили узнать у наших артистов, чем им запомнился 2014 год. Я очень счастлива, что мы поженились. И я счастлива, что вышел наш совместный альбом. Называется он «Личное». Я приняла участие в фильме в одной из главных ролей. Вот уже в 2015 году, в феврале, будет премьера фильма. И загадав желание, наши звезды спешат поздравить вас с Рождеством. Я желаю, чтобы в этот замечательный праздник вы любили друг друга, дарили друг другу улыбки и берегли друг друга.